15 июля в Москве состоялось совещание по подготовке доклада о состоянии и перспективах российского рыболовства, в котором принял участие губернатор округа Игорь Кошин. В рамках встречи руководители регионов и профильных ведомств обсудили принятую структуру и содержание доклада. Документ станет итоговым аналитическим источником, который будет представлен президенту осенью и ляжет в основу поручений главы государства. Ненецкий округ также подготовил предложение в проект перечня поручений президента России, в их числе передача полномочий, связанных с оперативными ограничениями рыболовства во внутренних водах с федерального на региональный уровень и пересмотр распределения доходов от использования водных биологических ресурсов в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации. Также округ выступил с инициативой создания реестра лиц коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых рыболовство является основой существования. Право получения квот на добычу водных биоресурсов для традиционных хозяйственной деятельности будут иметь только лица, внесенные в этот реестр. Все предложения от регионов и ведомств сейчас находятся в стадии рассмотрения, отметил глава региона Игорь Кошин. Наша основная задача – разработать работающие механизмы и ликвидировать административные преграды, чтобы у жителей округа была возможность ловить рыбу, снабжать свои поселения свежей и качественной рыбопродукцией и не считаться при этом браконьерами, отмечает Игорь Кошин. Если говорить о глобальных целях, которые сегодня решает рабочая группа, то одна из них – возрождение отечественного судостроения. К сожалению, сегодня построить новое рыболовецкое судно в разы дешевле за границей, нежели у нас.